Золотится роза чайная, как бокал вина. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Так, смотрите, это уже... О! Мы сейчас посчитаем, давай как думаешь, сколько к нам людей подойдет, которые тебя узнают за это интервью? Ну, сейчас, пока мы под камеру говорим в микрофон, они еще постесняются залезть в кадр, но как только камера выключится, залетит, ну, человек 250. У тебя же прям недавно был стрим, на котором сколько у вас, 250 тысяч онлайна было? 261. Ты же пипец, такого никогда не было. Да, 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 такого, это рекорд абсолютный СНГ Твича, также я вошел в топ-1. Чел, типа... Его почему смотрят? Из-за этой шапки мне рассказывали, типа, он шапку одел и, типа, начали смотреть, типа, в чем, чине. Ну, вот эту, типа, шапку надел, ушатку. Стримеров Твича по среднему количеству онлайна. Вот. Топ-1 в мире? В мире, не в СНГ, именно во всем мире. Я перед зарубежными даже стримерами. Слушай, ну ты, а с чем это связываешь? С тем, что всем так по приколу смотреть на то, как вы весело с Ваней время проводите? Я очень много усердно работаю. Наши стримы с Ваней, это не просто, знаешь, запустил стрим и рофлишь. На самом деле я делаю шоу нереальное, очень долго. Мы к нему готовы. Шоу делает, блядь! Договариваюсь с ними, постоянно придумываю какие-то веселые сценарии, повороты. То есть наши стримы это... Ну, это большая проделанная мною работа, и Ваней тоже. Слушай, ну ты в последнее время и там, и с Бустером, там, и с Даней, и с Тендерли, ты с огромным количеством топовых стримеров пообщался, не только. Ты их всех знал или чисто так? Я их не знал, я познакомился как только... Вот, ну, получается, пошла у меня статистика хорошая, я сразу же познакомился с ребятами, потому что они обо мне узнали. До статистики обо мне просто не знали. Вот, и касательно Тендерли хотел сказать, она мне рассказала про вас, что... Нормальный парень, блин, ля на него. И мне рассказала еще и... Красивый малый, шо. Показала, что вы один раз очень сильно ей насолили. По-моему, вот этот ведущий сказал ей большие гадости, она обиделась и плакала. И я бы хотел попросить извиниться перед моей подругой, чтобы она не держала обиду, и чтобы она не обижалась также на меня, что я пришел к вам после того, как вы ей насолили. Мне очень важно, чтобы вы... Сань, пойдем. Да, чтобы вы... Пойдем. Смотри, вот Саня. Видит, да, вот, видит, вот Саня, видит Бог. Смотри, да, да. Саня, когда брал интервью Тендер... Саня, извиняйся, давай, блин. Дела натворил плохие, блядь. Он пошутил про нос. Да, по-моему, это, носа... А, да, носа хуйма, кстати, цыганский нос. Я это, ну, нет, про нос. Осуждаю. В рамках контента смешная шутка, и мы потом ей сказали, что типа, Амин, все нормально, это просто шутка. И мы после этого, кстати, с ней общались, после этого интервью еще. Но все же ее это задело. Вот, я понимаю, Сань. Амина, в одном из наших интервью, которое я брал у тебя, я... Наверное, очень неудачно, дерзко и резко пошутил про часть твоей внешности. И на тот момент это был популярный мем, это многими обсуждалось. И, естественно, что тебя, красивую, очаровательную девушку, задеть не хотел. Я хотел лишь пошутить и поднять... Не из-за шапки, а из-за того, что он на своих стримах с тебе-то издевается над лом с оклонениями. Ой, блин, ребята, это, конечно, очень грустно, все прикольно, но печально, наверное, потому что я знаю... Здорово, нищий Кролл, а что у тебя на... Да. Градус веселья этого интервью, если это тебя задело, безусловно, я жалею о сказанном и хочу принести свои искренние извинения, потому что ты очень симпатична мне как талантливая, юная и очень амбициозная девушка, поэтому прости меня, Христа ради, не обижайся, и я надеюсь, что это нисколько не поменяет. Мешает нашим дальнейшим с тобой взаимоотношениям. Мира тебе. Раз. Ой, блядь, нашел перед кем. Ой, рассказывай про свой шмот, мы же все-таки про шмот говорим. Специально испачкал, чтобы, ну, не казалось, что я супер крутые кроссы. Всем привет, это я нищий, всем привет, это я нищий, всем привет. Мне их купил брат, когда был в Бельгии, они стоят... Брат, бро. 250 евро, по-моему. Сколько? Штанцы Off-White, вижу. Штаны Off-White, да, 40 тысяч брал в ЦУМе. Ты Зенит поддерживаешь или чисто так? Мне подарили эту куртку, я не знаю, сколько она стоит. Мне вчера ходил без куртки, и мне просто чувак сказал, типа, возьми куртку, я тебе ее дарю. Свитер, он мне очень нравится, он достаточно дешевый. Типа, он стоит 1007 или 6.
У меня носки стоят дороже, чем этот свитер. У меня носки Versace. Типа, сейчас... Вот надпись, блядь. Носки Versace 8000. Слушай, у меня носки, вот, пользуясь случаем тоже. Мам, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе большое за то, что вяжешь мне и всей моей семье красивые носки. А можно меня связать? У тебя какой размер ноги? 42. Мам, свяжи, пожалуйста, какого у тебя цвета? Какой цвет? Белый с черным. Мам, свяжи никакой, а белый с черным носки. Мы когда в следующий раз увидимся, я передам. Она свяжет. Супер. Ну и самое главное, вот это... Блин, а какие у тебя грязные, господи. Да, потому что это... Я их никогда не меняю, понял? Это одни единственные ушки, которые со мной с самого начала. И их, сам ты понимаешь, невозможно постирать. Их, ну, как бы... Я не могу закинуть их в стирку, потому что они вообще-то механизм имеют. Какой очень, очень много людей, да, я тоже сделаю так. Очень много людей же из известных блогеров и вообще не только их надевало. То есть они такие прям, их можно скоро как NFT продавать. Я их оцениваю сейчас, ну, примерно где-то в полмульта. Если человек захочет их взять, я их отдам только за полмульта, потому что это такая вещь, которая, ну, считается раритетом очень большим. А это ушки со мной с самого начала. И я их немножко испачкал, и скоро они уже будут такие прям, ну... нерентабельного вида, так скажем, но, тем не менее, это они останутся... Пользуясь случаем, мне можно их тоже померить? Ну, давай, аккуратно. Ух ты. Магия подписоты, приди к нам. Да. Так, а ты покрасил волосы еще до такого всего хайпа? Да, давно очень. Еще месяцев 5 назад, 4. 4 месяца назад, где-то 5. Слушай, ну какой был вот этот момент, вот этот щелчок, когда ты из просто хорошего стримера превратился в супер топового стримера? Не, так и шо, и шо. Не, так и шо, ну и шо, ну а шо. Так а шо, ну и шо. И шо, блядь, ну лысый он тоже, и шо. У он, деда на голове да. Штрих-код, ибо каждого беженца со смышляевки можно купить за 50 гривен. Сначала его купили геи в Германии, а потом перепродали нки Магомедовой Алине, дабы тот стирал трусы рокера. Ах. Чела, у меня такие же волосы. Я вот, если бы не подстригал, бля, в барбершопе, у меня такие вот как раз, как у него, выросли длинные. Значит, у меня такие же волосы, да, были, типа, постоянно они мешали мне, это ходило, они воняли еще, блин. Так, прикинь, каждый день надо голову мыть, учение, блядь. Я привык, что неделю голову не мыть, типа, смысл. Проснулся, блядь, вот, ладошку намочил, подровнял, блядь, что торчат, рожки подровнял, или шапку одел, машину сел, поехал. Каждый день голову мыть из этих длинных волос. А нахуй оно надо? Реально, у меня такие же волосы есть, же, сначала, да. Это произошло, когда я понял, что людям очень интересно то, что я делаю с Ваней, когда я понял, что это очень весело, когда я понял, что я могу создавать... Бля, что он с ним делает? Я так и просто ни разу не видел, что он с ним делает, что он там, ну я не понимаю, просто объясните в двух словах, что он с ним делает такого, жесть? Из этого невероятное шоу, невероятное количество всяких прикольных моментов. Вот тот момент, короче, когда я понял, как делать шоу. Слушай, ну, Ваня, он же сам по себе очень хороший, приятный парень, и во многом он ведет себя как ребенок. То есть, то, что я видел, он там, ну, не знаю, что такое презервативы. Да, да. Вот. Я учу его жизни, рассказываю ему, как устроена жизнь. Он даже, да, не знал, что такое презервативы, он даже с девочкой ни разу еще в губы не целовался. То есть он такой парень, которого я прям взрослую жизнь затащил, взял за руку. Ебать, какую-то хуйню, сука, купил и радуется. И затащил. Чё ты сказал? Да я так... Слушай, ну, иногда не кажется, что ты прям сильно как-то троллируешь над ним в каких-то моментах, что прям жестко? Нет, это шоу, и он прекрасно это понимает, и его папа это понимает, что мы говорили, что вот этот троллинг, который происходит на эфирах, где я там говорю, Ваня, лысый глобус, там сел в автобус, и всякие вот эти приколюхи. Ебать, при чем тут лысый глобус? Типа, он же вообще не лысый. Не несут никогда цели обидеть, мы вместе с ним смеемся. Не я смеюсь над ним, а мы смеемся вместе с этих приколов. Он тоже надо мной в последнее время начинает прикалываться, и все как бы нормально. Слушай, ты говорил, по-моему, на пушке, что типа максимум, может, там что-то было с донатов 30-ка, по-любому же сейчас эта цифра увеличилась. Нет, с донатов порой бывает приходит больше, я просто на пушке, да и в принципе не хочу говорить у меня о своих доходах. Зачем? Мне 30 лет, ума нет. Лысый, нищий стример, еще меня зовут Пенис. Я ненавижу член-членцев. Всем привет, я нищий, всем привет, я нищий, всем привет, я нищий, всем привет, я нищий, всем привет, я нищий. Чел, типа, не понял. Ты что, про себя такую хуйню поришь? Ты дурак, что ли? Говорить точную сумму, четкие свои доходы. Потому что это же вызовет, наверное, только проблемы, нежели что-то хорошее. Это влечет за собой серьезные последствия. Вот и лучше как бы принижать или вовсе не говорить об этом. У тебя как у завидного жениха. А? Неха, девушка есть?
Нет. Николай, конечно, парень интересный, наверное, но... Не, в целом нормальный вроде как, да, чисто, ну, обычный пацан, нормальный пацан, честно, по общению не похож на Дауна, бля. Нормальный пацан, адекватный. Нету, конечно, нету, к сожалению, нету. Ищу, но нету. Просто, блядь, издевается над малолетками, типа, его ж там смотрят дети, да, там, 12 лет. Типа, молодец, да, правильно, а что с ними еще делать, блядь, все они дебилы, правильно, правильно. Смотри, ты из Молдавии, и ты, как я понял, скоро уезжаешь домой. Лысый голубь сел в автобус Самары-Харьков. Кто здесь лысый? Я вернусь туда решить проблемы как, свои, которые там у меня остались, и вернусь сюда, перееду в Москву навсегда. Правильно, потому что в Москве вся движуха, и мне кажется, ты как раз для Москвы создан. Да, в Москве круто, круто. Особенно вот место съемок, которое вы выбрали в Дэн, центре. Дэн, лысый глобус, сел в автобус. Л.А. 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 И давай скажем Ване. Л.А. Потому что мы с его менеджером общались, а он что-то говорит, Ваня не хочет. Вань, вот, Николай пришел, и ты приходи. Ну да, я могу его, наверное, позвать, просто у него очень строгий график, и нужно... Это мы знаем. Нужно понимать, все-таки бизнес. Так, смотри, мы собрали примерно, мы вначале договаривались. Да, но... Будешь фоткаться или убежишь? Буду ли я фоткаться с людьми или убегу, да? Да, вот, давай, выбирай, смотри, если бежать, то сейчас. Слушайте, ребят, вообще мне не сложно сфотографироваться. Я фотографируюсь часто, я фотографируюсь постоянно. За последние дни, что я в Москве, я сделал с людьми, ну, в районе 200 фотографий. Ну, реально, не дам спиздить. Но такой момент. Когда ты начинаешь фоткаться с людьми в центре... Они все больше и больше увеличиваются. Начинает приходить я все глагала. Больше и больше. Как бы... Тут прошел такой слушок. И тут дело не в том, что ебать мне там впадло сфоткаться. Я понимаю, тебя уже напрягает это. Тут прошел такой слушок. Дело в том, что времени ебать, сколько это съедает. Потому что, как правило, люди не хотят просто сфоткаться и уйти. В основном так, но бывают еще те, кто дай номер телефона, дай контакт, начинают за вопросы задавать, начинают назойливо садиться на меня. И вот это начинает есть очень много времени, энергии, и вот я такое не люблю. Будем убегать или что? Ну да, давай убегаем. Как? Ну мы, да, типа мы идем в ЦУМ снимаем, да, то есть вот, а люди сзади, они такие типа, ну мы не хотим, смотри, тебе сейчас надо, я тебе говорю, маску надевать, вот, все, ты прям убегай, все, прям убегай, прям беги, все, давай. Интересный мальчик. Красивый. Да, 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 да. Давай, 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 скажи, кто я, сука. Давай, оползани. Лысая глобу, давай, давай, тварина, сука.